Всем доброго времени суток. Сегодня я, как и обещала, покажу вам вот такую, значит, обложку для книг. Вот смотрите, у меня тут холст стоит. Это уже испачкала, но это ничего страшного. Сейчас я покажу, как она выглядит. Я уже один раз показывала и обещала показать, как я забивала. Вот. Видите? Тут у нас написано «Cover» на английском. Для тетради. Вот. Это для книг, для тетради, можно там. «Book cover». Видите? Она уже как бы, ну, там 10, по-моему, листов, если я не ошибаюсь. Она вот так у нас продается. Так. Я так на быструю руку быстренько покажу, и, потому что я потом еще буду заливку делать. Смотрите, она вот такая. С этой стороны бумага. Ее потом просто, значит, отклеиваешь, она отклеивается сама. И уже можно сразу клеить на книгу, или на книжке, или на что-то еще. Ну, на книге, там, на тетради, не знаю. В общем, сейчас я покажу, как я сделала. У меня немножко здесь, конечно, грязно, потому что я делала заливки. Но ничего страшного. Здесь грязно, сейчас будет пачкаться, конечно. Все, ладно. Ничего страшного. Сейчас я пока возьму побольше. Так, я возьму холст лучше побольше, вот такой, который не буду пользоваться, чтобы этот уже не пачкался. И вот я так покажу. Что такое, вот такой вот лист. Так. Мне, конечно, в перчатках неудобно. Я бы сняла перчатки свои. Может быть, я даже их сниму сейчас. Скорее всего, я сниму перчатки, потому что мне неудобно будет работать. Так, ну вот. Я вроде обещала там каждый день показывать какие-то заливки, да? Ну, теперь я думаю, навряд ли у меня получится каждый день. Я тут, это, ну, наверное, несколько дней потом не буду заливать. И уже перерыв там. Значит, вот смотрите, вот мы делаем вот на эту сторону. Не на сторону, где бумага, а на этой стороне. Вот, ну никак она не хочет. Никак. В общем, пачкается и все. Так, что-то надо придумать. Это потому что тут у меня грязно. А убирать я еще сейчас не хочу. Потому что я буду еще заливать. Но это не так важно, ничего страшного. Так, ладно. Вот смотрите, я заливаю. Сначала зальем, ну, это уж как машинально. Вот, я просто залью белым. Одну половинку, как бы, да, я делаю на одной половинке. Делаю вот так вот белое. Хотите до конца, если то можно до конца ее залить. Можно наполовину, вот чтобы все равно она клеится, чтобы не, ну, как бы не было там больше рисунка на этой, где заклеены. Дальше. Я вот сейчас, что есть какие цвета, я те и добавлю. Ну, давайте вот. Это я вам просто показываю на всякий, ну, вдруг кто-то захочет сделать, например. Вот я добавляю синий, белый. Так. Добавим немножко красного. Вот так, в какие-то места, может. Что есть у вас под рукой, какие краски замешанные, вы уже можете добавить сами, так, что хотите. Очень легкий способ, вообще и вариант такой интересный. Дальше что добавить? Давайте добавим желтый, чтобы он немножко был более такой.
примерно, в общем. Вот так вот я все разбавила, добавила все вот сюда. И сейчас будем, ну, как попало, в общем. И сейчас я буду заливать. Сейчас еще сюда чуть-чуть светло-желтый добавлю. Вот, светло-желтый чуть-чуть. А, думаю, хватит. Теперь смотрите, что я сделала. Вот эта половинка, правильно? Я ее просто вот так вот поставлю. Да, и потихонечку вот так прижимаем. Вот видите, вот не сильно, но прижимаем вот так. Вот. Лишнее даже выйдет, ничего страшного. Все. Ну вот, слегка я прижала. Так. Здесь испачкано чуть-чуть, ничего. Так. А теперь вот так вот я его, ну, смотря как хотите. Хотите в эту сторону, хотите с той стороны. И вот так мы убираем. И вот что у нас получается. И у нас получается вот такая вот интересная картинка. Это здесь будет наполовину. Если хотите, вот видите, немножко здесь, например, неправильно у меня получилось. Можно даже и немножко поправить, предположим. Будет уже что-то новое. Потому что там уже не так уж и нужно. Там будет на книжке. Вот. Легко, просто и интересно. Все. И когда оно подсохнет уже, можно потом покрыть лаком, чтобы ничего, ну, как бы, чтобы надолго. Можно и так. Все. Вот такая вот заливка у нас получилась, видите? Вот, на книжку. Можно запросто, вот, я могу вот так же оставить уже, и она так будет сохнуть. Все, я вот сюда сейчас поставлю чуть-чуть тяжелое что-то. И все. И уже у нас готовая заливка. Вот такая. Я вот так поближе покажу вам. Вот такая вот заливка получилась. Можно по-любому. Можно по-любому делать. Любые краски, любые эти. Все, что хотите, в общем. Но легко делать. Потом отклеиваем снутри и остается вот это. Все. Одно я вам показала. Сейчас буду делать заливку.